Добрый день. Сегодня 20 марта. Очередная тренировка в спортивном клубе «Титан», город Тираспин. Сейчас за столом Факира Николай. Справа Татар Иван, слева. Последний раз мы более-менее активно тренировались 20 февраля. Вот прошел ровно месяц. И снова встретились. На прошлой неделе проводили соревнования среди юношей до 15 лет. 8 человек было. Сегодня тренировка. Давиду передаем привет. Да я не знаю. Давид в засаде. Набирается сил. Еще у нас Дубасары, Кишинев и Мечникова. Бондарчук с Мечника? Нет. Нет? За Смоили. Извините. За всех борется. За всю улицу. За улицу борется. Ребята приехали сегодня с Дубасар, чтобы побороться за хорошим столом. Поменял позицию, чтобы можно было снимать и там, и там. Так, 7-10. Оба сейчас Саши борются еще. Диману дай Вове пускай быстрее. На следующий год его будем готовить. Ну, в этом году будет выступать, но ему еще 14. Ну, понятно, что сильно, да, да. На стройке работает. Все, Вова, отдыхай. Не надо тебе много. На, держи просто.
Ну я же говорил, что он есть. Я не знаю, вот подумал за Диму, Дима пришел. Подумал за Селезнева, Селезнев пришел. Ну не то, что как бы я в последнее время обратил внимание, что мне думать не надо сильно о разум, что оно все сбывается. Или думать только о хорошем. Просто твоя категория. И по возрасту. Какого года? А, ну да. Я до 21 года выставлюсь или нет? Все, уже старше. Ты получаешь продаться за нами. Надо было в этом году, хотя нет, там студенты, как не поступаешь, то есть, не, ну ты медицинский, да. Специалисты. У меня все всегда проходило так, ничего никуда не было. Ждал. Да. У меня даже колени, я не мог сидеть одновременно. Думаю, если пришел к врачам, они мне запретили. Но постепенно потом. Ну, а что-то там, какие-то прогревания делали? Когда-то еще, когда тироспольтранси, там было это, когда делал там что-то. Ну, вот так. Перевязывал там, тренировал. У меня вот сейчас я ничего, у меня сейчас ничего не делаю, у меня тоже будет. И с этой стороны, и с этой. Хотя я не тренируюсь, как бы. Дело в том, когда мышцы плотные, ты практически не набираешь. Ну, год полтора килограмма это будет отлично. Да, когда они жесткие, они, это когда вот сырые чуть-чуть, вот, они быстрее набирают. Ну, вес набирается. А если начать его сушить, ну, там пойдет там и будет меньше, чем. Поэтому я определяю по сухой мышечной массе на выходе так. Давайте.
Следующий будет.